из пределов Русской Православной Церкви за границей в Урюпинск. Ковчег с частицей мощей святителей Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского прибыл в столицу российской глубинки. Принесение святыни стало возможным благодаря просветительской программе «Духовная связь», которая реализуется по благословению святейшего патриарха Московского Всеруси Кирилла. Сиропитатель и искусный наставник, на земле быв, ныне буди нам путеводитель, и в смутах церковных Христовых вразумления. Помощник больных и обездоленных людей святитель Иоанн Шанхайский еще при жизни почитался как святой. И теперь любой житель Урюпинска смог прийти к его честным мощам в Покровский собор и просить то, что считает нужным. Святые мощи святителя Иоанна Шанхайского, святого, который жил совсем-совсем недавно. Это наш с вами современник. И привезли для того, чтобы мы с вами почувствовали именно настоящую духовную связь между прошлым и будущим, между небом и землей, между святыми людьми и людьми, которые стремятся к доброму делу, к святости. С 2012 года уже более 60 епархий приняли великую святыню. Побывала она и в соседнем городе Михайловка, где жители также имели возможность прикоснуться к честным мощам в храме святителя Николая. Также в рамках программы в каждой епархии в дни пребывания святыни проходили презентации просветительских изданий, лектории и семинары. Действительно, редко сталкиваешься с ситуацией, когда такое большое количество людей, молодых людей, подростков всех возрастов, действительно с большим вниманием относятся к тому, что они слышат со сцены. Я узнала о этом святом. Вот, много интересного нам рассказали, мне очень понравился фильм. Кроме того, для православных активистов Урюпинской епархии был проведен семинар по организации волонтерских мероприятий.